Да, когда да. Пропиваешь. Да, это так. Слава Богу. Так что помолимся, друзья. Вот. И Бога за все поблагодарим. За этот курс по экклезиологии, за тесты. Все, да, брат? Давайте. Чтобы не отрывались от коллектива. Вот, и вместе потрясем пред Господом. Да. Вот. Спасибо, Господь Боже, за братьев моих, сестер. Благодарю Тебя за эти тесты, за... Хотя есть много вопросов. Слишком много даже было. Господи, прости, Боже, за инквизицию какую-то такую, да. Чуть было не допустил. Спасибо за милость Твою, за 15 вопросов. Спасибо, что Ты добрый, милостив ко всем нам. Спасибо. Спасибо за ответы. Спасибо за то, что самое главное, что в нашем христианстве, чтобы вот на протяжении того, что мы услышали, оно формировало взгляд, то, что в Библии называется в славянском словом целомудрие. Цельное мудрование, правильный взгляд на вещи, на мир. Твой божественный взгляд. Потому что твой божественный взгляд – это взгляд оптимиста. За все эти 5779 лет нашей истории человеческой ты не разуверился в нас. Несмотря ни на что, ты знаешь все. Хотя люди говорят, что пессимист – это информированный оптимист. Но ты самый информированный, но ты и самый оптимистичный. А это значит, что действительно победа за тобой. И ты знаешь то, что мы не знаем еще, Господь. Ты открываешь нам лишь по чуть-чуть. И даже то, что ты открываешь, это, Господь, восхитительно. Боже, я тебя паки-паки, снова и снова, как говорится, благодарю за то, что тогда, 15 лет назад, Боже, прозвучало, что так будет и с церковью. И я хочу это передать моим братьям и сестрам. Действительно, передать вот то, что... Несмотря на всякого рода заблуждения, на всякого рода ухищрения противника, врата ада не только не устоят, а не только не одолеют Церковь Божию, но и не устоят перед Церковью Божьей. Во имя Христа Иисуса. Боже, благодарю Тебя, Господь Всемогущий. Благодарю Тебя и благословляю великое имя Твое, Боже. Слава Тебе, Господь. И благословляю моих братьев и сестер Твоим священническим благословением, которое Ты дал однажды Моисею, чтобы тот передал Аарону и его сыновьям, чтобы этими словами благословляли сынов Израиля. И ты говорил, и я благословлю их. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Еврехе ходонай ве ишмареха. Яхер Адонай, панав элейха, вихунекха. Иса Адонай, панав элейха, веяселеха шалом. Бешем Ишуа Гамашиах, Ишуа Машихейнум. Во имя Иисуса Христа Мессии, Бог Авраама, Исаака и Израиля, Бог патриархов и пророков, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Благослови народ свой миром, посети виноградник, насажденный Твоей рукою, и благослови виноград сей.
Благослови, да принесем много плода, и да прославится имя Твое святое в нас и через нас в этом мире. Боже всемогущий, благослови, Господь, тело свое, Боже, Ты воскрес в третий день, Господь, и пусть в наше время, в наш час, в это начало третьего тысячелетия, Господь, будет воскресение тела Твоего, церкви Твоей, живой церкви Твоей, Господь, потому что невозможное это человеком, но возможно Тебе, потому что церковь имеет основание, которое непоколебимо, это сам Христос. Глава церкви – это Ты, Господь, Спаситель наш Иисус. И Духом Святым движется церковь, живет, побеждает. Слава Тебе, Господь! Духом Святым, Господь, напаяется, наполняется и преисполняется, напаяя все вокруг. Благослови, Господь! Боже, пусть народ Твой, Боже, не унывает, а прославляет Тебя, радуется, благоставляет Тебя и несет Слово, живое Слово погибающему поколению. Да, действительно исполняется Твоя воля, ведь Ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Пусть действительно эккалео откликнутся на приглашение множества душ. Мы приглашаем, мы поливаем, молимся, сажаем. Но, Господь Боже, и насаждающий, и поливающий ничто, а все Ты, Бог, взращивающий. Слава Тебе, Господь! И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. Принимаем благословение. Спасибо. Спасибо огромное, да, братья и сестры. Хочется перекреститься. Можно перекреститься. Самое главное, да, вот тоже прошу ваших тоже святых молитв, тоже не забывайте. Я, значит, часто даже говорю, что молитесь. Вот, молиться друг за друга – это хорошо. Молиться, когда мы молимся, семья за семью другую – это хорошо. Когда община, церковь за другую церковь – это хорошо. Этим самым мы исполняем закон Христов. Друг друга тягли, носим. Это прекрасно, слава Богу. И спящих христиан, спящие души Господь пробудет. Мертвые воскресит. И освятит Тебя, Христос, свою единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Аминь. 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 Благословляю всех вас. Аллилуйя.